За последний год в сфере школьного питания многое изменилось. Было введено новое меню, единое для всех школ. Значительно усилен общественный контроль качества. Так теперь родители в любой день могут записаться на дегустацию завтраков и обедов и лично оценить, как кормят их ребенка. Я уже не первый раз участвую в такой дегустации. И со слов своего ребенка от себя лично хочу сказать, что замечательные повара работают, коллектив прекрасный, готовят всегда вкусно. Всегда разнообразное меню, всегда свежие продукты. Чтобы узнать, что именно ребятам нравится в обновленных завтраках и обедах, и что бы они хотели изменить, был запущен онлайн-опрос «Детский ревизор» в школьной столовой. Детям предлагается ответить на 15 вопросов о любимых и нелюбимых блюдах, качестве питания и обслуживания. Мы решили поинтересоваться у видновских школьников, как им новое меню. Тут очень всегда вкусно дают, много всего. Так, а расскажи, твои любимые блюда какие? Ну, макароны с сосиской, как сейчас, и каша. Гречка, компот, сосиски, макароны, все нравится. Столовая еда очень вкусная. Так, какие твои любимые блюда? Мои любимые блюда практически все. Ну, вот самое-самое есть? Нет. Котлетка куриная. Борщ. Борщ и разные гречки с мясом. Мне не очень нравится еда в столовой, так как мне нравится больше всего домашняя еда. Что-то еда полезная, питательная, а нам для спорта нужна хорошая еда, и тут как раз-таки есть хорошая еда. Нам тут дают яблоки, фрукты. Мне нравится гороховый суп. Так, а кашу любишь? Кашу, да, люблю. На обед чаще всего что дают? Суп, компот и хлеба. На завтрак бывают там каши всякие, запеканки. И на самом деле каждый день приходишь в столовую и радуешься, что-то новенькое очень часто встречается. И прямо всегда вкусно. Я даже ем тут печенку, которую не ем у мамы. Такая вкусная? Да. Мое любимое блюдо на обед – это тушеная капуста и куриный суп. Да. А есть такие блюда, которые вот ты вот не будешь есть? К сожалению, нет. Они все вкусные в нашей столовой. Спросили мы у ребят и о нелюбимых блюдах в школьных столовых, а также о том, что бы они добавили в меню. Вот, например, макароны. Макароны не едят. Но ты и дома их не ешь, или тут просто плохо готовишь? Ну, тут просто они какие-то не очень. Каша рисовая. Она мне не нравится, я ее не ем на завтрак. Я бы добавила что-нибудь сладенького, потому что за день обучения школы иногда очень сильно не хватает сахара в крови. В меню я бы добавила какие-нибудь сладкие десерты, наподобие мини-тортиков, я не знаю, чизкейков. У нас вряд ли такое будет, но я бы хотела добавить. Все опрошенные ребята подтвердили, что еда всегда подается теплой. К чистоте приборов и школьной столовой претензий нет. Всегда все чисто, дежурные следят за этим. Все всегда на высшем уровне, еда горячая, тарелки чистые и приборы всегда есть. У нас все время горячая еда и теплая. Ну а если ваши дети еще не поделились своим мнением о школьном питании, принять участие в вопросе «Детский ревизор» в школьной столовой можно до 24 февраля включительно. Он размещен на школьном портале Московской области и на официальных страницах в социальных сетях Уполномоченного по правам ребенка Московской области. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.